Всем привет! Продолжаем сериал, третья часть «Свидетелей сломанных стаканчиков». Напомню, 5 февраля мы ездили в центральную библиотеку, и на нас с кровли сошла лавина снега. Чуть не попали под эту лавину, в том числе и маленькая девочка могла пострадать. Снег упал в метре от нее и в метре от меня. Со стороны центральной библиотеки поступила реакция. Поблагодарили они меня за неравнодушие и оперативность. Написали, что готовы ответить на любые вопросы. Я, естественно, сразу задал их, отправил свежее видео. И буквально через час удивился, что меня заблокировали. Вот так. Это называется спасибо за ваше неравнодушие и оперативность. Благодарствую. Мне многие пишут, что Антон, они боятся тебя как огня. Они не меня боятся, они боятся правды. Точно так же, как и вот K-Inform заблокировала. Внесли в черный список без объяснения причин. Ну, раз от общения уклоняются, я решил их съездить сам, проинспектировать. Выполняются ли их заверения о том, что 7 февраля будут проведены работы по очистке кровли. Смотрим. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Как видим, снег не убран. Стаканчик, видать, до сих пор поломан. Кстати, обратите внимание, много знаков. Осторожно, дети, вокруг здания. Так, что тут у нас рядом находится? Вот она сама библиотека. Центральная городская библиотека имени Пушкина называется. Здесь у нас рядом Центр детского творчества, 8-я школа, 9-я школа, спортивный комплекс, детский сад, еще один детский сад. Вот здание администрации, совсем рядом. Вокруг центральной библиотеки кто может ходить? Да никто. Видим, что снег не убран. Хотя сегодня обещали плановую очистку кровли. Вот здесь проход не огорожен, можно спокойно попасть под лавину. Так, здесь ограждение добавили, раньше, по-моему, не было. С этой стороны ограждение сохранилось. А вот вокруг памятника убрали ограждение. Ага, вот с этой стороны почистили. Видно, да? Разница заметна. Почистили, и поэтому ограждение убрали. Основное. Видим, что куча увеличилась, значит, снег счищали. Здесь, в принципе, нормально, немного снега. Так, здесь тоже хорошо почистили. Прям снизу видно свежий снег, который с крыши падал при очистке. Особых объемов я не вижу снега, то есть все почищено. Значит, стаканчик починили все-таки. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался. Да, снег почищен. Внизу видно свежие кучи снега выпавшего. Больших объемов снега нету на крыше. Все осыпалось вниз. Кстати, вот еще один знак. Внимание, дети. Вот еще один знак. Осторожно, дети. 100 метров. Вот как раз. Как бы. Вот так вот, да? О, осторожно, дети. Видим, да? Вот еще один знак. Осторожно, дети. Как раз вот под этот пролет. Где снег мог упасть. Еще один знак, пешеходная зона. Как раз вот в том месте, где и обрушился снег. Ну, в связи с тем, что огорожена остается только вот эта часть, вот этот проход, делаем вывод, что лавиноопасная зона вот с этого козырька остается. К сожалению, освещение не позволяет вы увидеть хорошо, если там большие объемы снега. Но раз ограждение стоит, значит, есть опасность. На этом все. Проблема почти решена. Стаканчик просто починили и почистили крышу. Благодарствую. У нее сломался стаканчик. То есть они уже начали работать на крыше, и он просто сломался.